Друзья, рады вам представить видеообзор апартаментов, которые находятся у нас в апартаментном комплексе «Актер Galaxy». Место одно из самых лучших, интересных, дорогих и кайфовых в нашем замечательном городе Сочи. Ну, собственно, пойдемте вовнутрь. Прошли мы, друзья, с вами вовнутрь. Ну и традиционно, как обычно, мы начинаем видеообзор, наш рум-тур с краткого обзора планировки, а уже потом о деталях. Ну так вот, здесь у нас совмещенный санузел с ванной и с душевой. Здесь у нас два шкафа. Здесь у нас техническая комната, она же постирочная, она же гардеробная. Здесь у нас вот такая проходная кухня с выходом в зал. Так, здесь у нас спальня. Номер один. И здесь у нас спальня номер два. Ну, давайте теперь по порядку как обычно, мы начинаем с месторасположения, да? Месторасположение, как я вот проговорил в начале видео, одно из самых кайфовых, одно из самых лучших, одно из самых приятных для проживания в городе Сочи. Буквально 25 минут, и вы уже находитесь с аэропорта, и вы находитесь здесь. Если необходимо, мы отправим вам еще ссылку с подробным видеообзором самого ЖК, потому что ЖК достаточно большой, и действительно есть о чем рассказать. Поэтому, если нужно, мы вам ссылку с отдельным обзором на данный ЖК отправим. Обратите внимание, наш апартамент, как вы видите, видовой. Ну, это море, соответственно, это то, ради чего сюда, конечно, в Сочи, в первую очередь, люди едут. Это потрясающий климат, это мягкий климат, это вот эта морская свежесть. И, конечно же, вот такой потрясающий вид открывается с нашего апартамента. То есть у нас сторона, сейчас у нас первая половина дня, вот солнце как раз здесь до обеда, то есть самую жару вы проходите, грубо говоря, когда солнце уже находится на той стороне, это, конечно, очень удобно, и в Сочи это, конечно, очень актуально, то есть это расположение очень-очень удобное. Ну и, конечно, вечером тоже здесь потрясающий вид, здесь включаются у нас фонарики, очень красиво, атмосферно и уютно. Ну, давайте теперь про саму квартиру тоже в деталях я вам расскажу. Квартира у нас очень удобная, она очень, так сказать, прокачанная, очень продуманная. Во-первых, у нас вот такая потрясающая большая спальня с собственной гардеробной. В каждой комнате у нас установлены кондиционеры, но помимо этого здесь еще продумана система вентиляции, вот вы видите. Такая штучка здесь стоит. И за счет этого мы, вот, например, кондиционерами здесь вообще не пользуемся практически, потому что, ну, вот этой вентиляции достаточно. И с учетом того, что солнце уходит после обеда, это просто замечательно. И тут не жарко. Вот, у нас панорамный вид на море, получается, с обеих комнат, то есть с зала и со спальни. Особенно очень кайфово просыпаться в этой комнате. Вы просыпаетесь, открываете шторы, и вас встречает такой потрясающий вид. Ну, конечно, это дорогого стоит. Дальше. По спальным местам, да, тоже проговорю. То есть у нас двуспальная кровать здесь, диван вот этот раскладывается здесь. И в той спальне, пойдемте, вам тоже про нее расскажу, тоже полноценная двуспальная кровать. И плюс еще, как вы видите, детские кровати. То есть эта квартира отлично подойдет для большой семьи. Даже кто приезжает сюда, например, не только со своими там детьми, но и, например, со своими родителями. То есть места хватит всем. Вот эта комната, она очень уютная. То есть изначально мы думали, блин, здесь нету окна, ну, который смотрит на улицу. Но за счет того, что здесь также смонтирована вот эта система вентиляции, здесь в квартире максимально свежо, и здесь вообще не чувствуешь какого-то дискомфорта, что здесь нету окна. Так, теперь давайте проговорим по кухне. Ну, про то, что здесь полный комплект техники, мебели, и включая всю посуду, я уже, наверное, проговаривать не буду, проговорю то, чего не видно. Встроенная посудомоечная машина на 60 сантиметров, варочная поверхность, здесь, получается, духовой шкаф и встроенный холодильник, то есть полностью будет закрывать эта квартира все ваши потребности. Дальше, конечно, у нас тут есть видеозвонок. Чикс, когда кто-то приходит, курьер пришел, вы кнопочку нажали, ну, увидели, поговорили, если нужно, открыли. Дальше, давайте теперь еще про санузел в двух словах поговорим. Здесь он достаточно просторный, у нас, кстати, везде по квартире электрические полы с подогревом. Дополнительно есть биде, большая ванна, то есть кто любит принимать ванны. Ну и, конечно же, душевая зона, ее наличие немаловажно, и это, конечно, мега удобно, когда в одной квартире и в одном санузле находится, так сказать, две мокрые точки. Ну, собственно, будем рады вам показать этот апартамент вживую. Надеюсь, вам понравился наш рум-тур. И будем, собственно, ждать вас к заселению. Благодарим.